Hey, всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Амигон. И сегодня реакция на Варвойда. Да не просто реакция, а реакция практически на большую часть его треков в одном видео. Поскольку ребята в комментариях очень сильно просят реакции на Варвойда, я решил записать большую часть треков, объединив их в одно видео, чтобы вы смогли насладиться реакцией на творчество Варвойда, да и познакомиться более глубоко с данным автором. Что ж, не будем долго затягивать, погнали! И первый это будет трек «Оверлорд» от Варвойда. Не будем затягивать, погнали! Шпик, ну-ка! Я давно тут торчу в балахоне с посохом, жить по чуть-чуть, будто бы в роли босса. Кстати, анимешка офигенная. В игре меня перспектива не греет, и я вышел на свет, ибо скучно во тьме. Раньше было как, все мы были злом, вся наша гильда знала это ремесло. Больше, чем игра, но чуть меньше, чем жизнь, чтобы делали друзья на моем месте, окажись. Но их здесь нет, я сердцем в одиночестве, как в тюрьме. Все воздают мне почести, мир другой, да его уничтожение подать рукой. Все герои людей, они слабы, будто бы освоили азы лишь и той силы, что собрал я, вытрясили, чтоб лишились голов. Хватит, но я, кладезь авантюр, не убью теперь и сам искатель. Нормально. Такое хоровое пение поперло, серьезно. И в ней останется кто? На нее позарится, при том уже в виде безмозглого трупака. Ты восстанешь и пойдешь, и лишь пополнится войска. Окружен я стражами этажей, бывшими NPC, обретающими уже свое сознание и качество создателей. Их же так, что коль хочешь, нападай, но лучше подумай трижды. Аккуратно, ведь шуб не курат, так беспощадный храм зиккурат. И на что падет взгляд, ее дети жирают, а ваш жалкий отряд завершил мой обряд. И даже лучший герой людей не спасет, ведь это я, как бессмысленно все скукота. Ведь для заядлого игрока это больше, чем просто жизнь, но даже меньше. Магиот, давай. Здесь такое хоровое, реально хоровое, как-то оно прет, так нормальненько. Кстати, Оверлорд зачет. Оверлорд реально зачет. Мне этот трек уже начинает раскачивать потихонечку. Вот именно подача этого. Подача четенькая такая. Четенькая подача. На свободе оверлорды вам не сосчитать потерь. Потолок долой, долой тюрьму и стен. Сдвиг систем, но вместе с тем оставим фундамент из тел. Был бы я позлей, сей конец бы ожидал мир. Прислонись к земле, она дрожит от моих армий. Люди сами развязали эту бойню. Не войну, тьму во мне будить нельзя. Я покажу почему. Уф, хорош, какая... Не, все-таки это круто. Мне особенно понравилось, как были плавные такие переходы именно вот в этом в припеве. Прям, ну, хоровое пение, это неждан. Ну, блин, каждый раз я удивляюсь, в каждом новом треке Варвойда я каждый раз удивляюсь подачи автора. Ну что ж, ребята, с тех, кто любит Оверлорд, пожалуйста, в комменты пишите ваше мнение об Оверлорд, а мы передвигаемся к следующему треку. Погнали!
И следующий у нас на очереди — это «Убийца гоблинов». Мне лично этот трек зашел, я его слушал вне еще стрима, я не смотрел сам ролик, но уже слышал трек, и он мне довольно-таки, ну, понравился. Хотя нет, на стриме как-то в начале стрима я его включал именно. Включал именно, потому что, ну, трек четенький. Ну, интересно посмотреть на подачу в картинке, в видео. Поглядим, погнали. Но это тоже один из фаворитов прямо, который мне нравятся треки. Кстати, кто еще не смотрел анимешку «Убийца гоблинов», довольно-таки очень хорошая анимешка, но советую перед просмотром все-таки почитать мангу. Вот тоже подача вот это сейчас пойдет. Блин, ну я заметил, что припевы все-таки у Варвойда офигенские. Они вот прям вот... Ты уже с припева понимаешь, что трек точно не похож на предыдущий. Какая бы подача в начале не было бы. Ну, анимешка сама, кстати, сама по себе топовая. Особенно начало начинает топить, а потом что-то... Ну, где-то ближе к концу, конечно, не так сильно цепляющий, но анимешка топчиком. Ну и, естественно, трек сам топчиком. И один из тоже фаворитов, которых я отмечаю для себя. Не знаю почему, ну,
Подача именно в этом треке мне тоже благоприятно и интересно. Что ж, не будем затягивать, передвигаемся сразу же к следующей песне. А следующая на очереди у нас Доктор Стоун. Ребята, кто не смотрел аниме, посмотрите. Уже есть второй сезон и довольно-таки очень-очень интересная анимешка. А вот интересно, каким будет трек? Я думаю, что как всегда бомбическим. Погнали! Камень спал не то, что я считал каждую секунду, и 3700 лет спустя возвратилась свобода блудное движений. Руки так и чешутся, и шея все покоя не дает, как и мое телосложение. Не забыться бы мне вечным сном, я считал, что во мне проснуться зимой, очнуться весной, обновленный дом мой. Наша общая земля удивит новизной, джунгли бетонные, впредь деревянные, там, где было ровно разломы и ямы, да люди застывшие в скалах. Я стал собирать наш прогресс по кускам, но усталость знать о себе дала, дай алмаз на мой редкий талант. Сейчас понапрасну попавший в баланс, замедляется сильно, Татью, давай просыпайся, иди, мне нужен ассистент, твоя помощь нужна. Разрушена система науки, и нам предстоит мир возродить впереди. Много всего приготовим, вина, нужен спирт, этиловая кислота, чтобы люди вызвались из каменного плена. Экспериментируем, и когда пропорция верна, будет море по колено, но мы жертвы вечных проблем. Решения последствия за собой влекут, и если ты не хочешь, чтобы съел тебя лев, прояви интеллект, дабы быть наверху, но недолго ликуй. В природу плевок, что нарушает порядок вещей. Если кто-то сумел победить стаю львов, то его тогда победить, скажи, чем, когда время придет, переломит хребет. И всего в этом мире, увы, не предскажешь. Но если бы мы покорялись судьбе, нам до сих пор любой зверь был бы страшен. Вот, вот о чем я и говорю. Опять припев и опять удивляет. Хорош. Непростая нам оружие исцелим. И миллиард процентов, что мы выйдем закаленными. Ведь нам надо раздобыть пенициллин. Нас озаряет свет, нам покорно стекло не берет. И сероводород, не турниры земли. Этот очень маленький клок, теперь царство науки со всеми людьми. Но на пороге война, и пороха только на блеф. Мы продадим его дорого нам. Времени хватит, повысим нагрев в печи, чтобы выковать себе мечи. И мне уже врагов практически жаль, но тактический шаг гениальный почти. Я не мог ожидать, что в деревне пожар. 1-1, финальная схватка, но поле боя впредь выберем мы. Бег без оглядки на дереве, прятки, загадка, вдох, чего страшнее, чем мы. Это пары сероводорода. Трупами. Я ищу моменты, вспоминая самой анимешки. Но прости, ты ноль против природы. Лишь маска противогаз даст тебе шанс. Смерти ужасно не пасть у нас. Есть такой запас, в самый раз победили разведотряд, но не ровен час. Войско Цукасы придет целиком. Он за ценой победы не постоит. И выбор такой, либо мир в полигон обратить, либо сдаться, но знайте, мои потомки космонавтов, мир потемки непонятный. Мы могли бы наверняка себе наделать бомб-гранат, но позвольте показать наш огромный опыт воина много. Вековой, кто за, кто против, чужой свой лучший бой. Это тот, что не пролил крови. Есть один хитрый ход, речь идет о телефоне. Тактика против числа, кто силен во многом слаб. Мускулы против союза науки и ремесла. Нормально. Как можно объединить порой необъединяемые слова, блин? Серьезно. Ну как, ну блин. Варвойд знает об этом. Варвойд знает об этом, как это делать. Хоть даже не так часто сейчас выходят новые ролики или видео у Варвойда, но работы довольно-таки качественные. Поэтому интересно будет даже ожидать, какая новая работа будет. Что ж, ребята, мы передвигаемся дальше к следующей композиции, к следующему рэпчику.
Йоу, это же баскетбол Курока. Я не так давно досмотрел баскетбол Курока, и это очень классная анимешка. Насколько будет крутым рэп, надо посмотреть по-любому. Ой, уже мелодия мне нравится, уже начинает нравиться мелодия. Так. Мяч, рука, пол, рука, по время тянется, как нуга, игра простая, забей гол, получи раз, два, три очка, ошибочка, может стоить с этого матча карьеры, ведь это спорт, кто недостоин, тем ничего не светит, без роста не просто топом быть, комбо таланта с опытом может не хватить, если от природы кроха, ты с грохотом по итогу проиграешь в одиночку, ведь всегда найдется кто-то с телом более мощным, но баскет командный бой, Анубас тебя тянет вниз, Анубас-то тащить его, ты тут ас, так давай ливни, найди Тиму по размеру, директива на вершину, путь открыт только для смелых и лишь для непобедимых, тут серьезная игра, мы станем звездами, играм, сочувствие к врагам, это удар по нам, еще тысяча отговорок, спорт суровый, это так, но мне кажется, порой это дорога в никуда, Офигеть. Надо лишь инструмент, чтобы одерживать верх. А как иначе, но где? Да в глубине души мне кажется, что череда побед, коль нельзя разделить на всех, ничего не значит. Не жди пощады, хоть ты такой малой, но я выхожу на площадку, и лишние мысли долой, они пропадают вместе со мной из поля зрения остальных, особый стиль всему виной, не зря же меня называют одним из поколения чудес. ТЦ Курока, не волнуйся, Курока, исчезну, ведь я призрачный игрок, это мой рок и моя сила, вы усвоите урок, поразительно сфокусирован, передача бросок, я хочу играть в баскетбол, но пасую перед кольцом, сам в силу обратил, что я могу быть лишь тенью солнца, эхом командного духа, и он поистине ценен, мы все желаем триумфа, но это не сама цель, ведь многим нужны регалии, слава, успех, медали, слабый, кто проиграет, а сильный, кто победит. Но в том-то и вся беда, если победа — это проекция эго твоего, его просто загнать в тупик чересчур. Что-нибудь будет не по плечу, и решимость испарится, а вот моя ничуть, так как для меня не столь важен результат, как веселье от игры, состязания и азарт, взаимодействие команд, развитие сам процесс, тактический арсенал, любой игровой отрезок ценнее, чем просто факт. И с улыбкой широкой я хочу, чтоб ты играл в баскетбол, баскетбол Курок. Ну, кстати, ну такое, такое двоякое ощущение, не знаю, Курока вот не сильно зашло, не сильно, нет, конечно, мелодичность есть, но не знаю, почему-то не сильно как-то зашел, хотя, блин, как-то ожидал больше. Ну да ладно, я думаю, что даже и у этой версии есть уже свои фэны, и кому-то это действительно очень сильно понравилось. Ну а мы передвигаемся дальше к следующей композиции, так что не разбегайтесь. Йоу, а тут же «Паразит», «Учение о жизни», эту анимешку я тоже смотрел, она довольно-таки крутая. Ну-ка. Что ж там будет? Меня зовут и ангелом, и демоном, но врут, я человек, и быть сверхсуществом понутру столько лет. Интеллект отличал ото всех, и в культ мы вызвали себя, решив, что нас вырастет труд, и все падет от наших рук, или будет предел, нас создадим себе пруд, и глядим за экосистемой от водорослей до рыбы, все эти земли дары мы присвоили себе, испытав гордость и порыв. Ну а что будет, если за нами придут те,
те, от кого не построить редут. Те, кто проникнет в наши тела, взяв под контроль ума у дела. Мы для них представляем еду и переносчиков всего лишь. Это не вирус, не дух, а орды чудовищ, паразиты, жуткие твари живут в желудке. Едва ли от человека им нужна, пожалуй, лишь голова. И пожирая ее вмиг, станет он и мимикрит. Как мы на себя все эти беды навлекли. В человеческом строю люди родны. Вот это мне нравится, вот это мне нравится уже. Узнают, накаляется его. Каждый в обществе предатель, неясно, кто умрет. Откуда эти монстры? Лишь пустота, им бы слопать твой мозг и продолжать пожирать. Но паразит тоже раб, и без разума от природы не сбежать никак. Я шини, чи старшеклассник, не то чтобы каждый день праздник, но по крайней мере все не было так ужасно, пока раз в комнату не заползла змея. Я старался отбиваться, но с помощью острия забралась под кожу, мне не сдобровать, похоже, но рана тут же затянулась. И все думал хорошо, стоп, рука двигаться может сама. Мой мир искорежен, и отчаявшись пырнуть ее, я решил ножом. Рука жила, спросила, как дела, предложила выпить чаю, была довольно мила. Нет, та змея оказалась паразитом, теперь он и я слияние. Им и новый вид придется сосуществовать. Он разумен и мне поведал, что из космоса с братьями прилетел к нам на планету, но не помнит ничего, ему главное выживать. Он не сойдет за своего, ведь цела моя голова. Нас попытаются убить и придется давать отпор. Это лишь мягкий эпитет, он тебя или ты его. По законам дикой природы и первая мысль. Но у нашего рода подобных иллюзий нет. Если пришли за соседом, то придут и за тобой. Общие беды бьют по всем прямо в сердце. И ту боль, боль, боль. Больше не с кем разделить тебе, потому надо иметь хребет. Править ошибки, помогать другим, даже если это тебе не шибко с руки. У нас хрупкий баланс, это правда много раз. Каждый на эмпатию, так что мала вероятность того, что хлебьют одного за него. Не встанет все общество, и наоборот, ради блага людей, одиночка готов превзойти предел. Да, человек слабый, часто ждет, пока прижмет, но он не убоится зла и в безжизненный ошметок. Идеал не обратит, мы придумали долг мораль, а также пытки и тротила для контроля. Отдарай, просто знай, что разных людей навалом. Кто-то падал и вставал, кто-то сдавался и плакал. Это так, но это клад. Мы научились сохранять опыт, чтоб, глядя назад, ты мог сам определять, кто ты. Не, вот это зачет. Вот это явно зачет. Кстати, да, хорош трек. Мне понравился. Особенно там самоиронично. Привет, садись, попьем чайку. И все тому подобное. А что ж, ребята, передвигаемся к следующему треку. Погнали. Ну что ж, следующий трек у нас совместно, как я понял, с Ани Рэп и Варвой, последний Серафим. Давайте послушаем, посмотрим, как эта совместочка вышла. Ну как это круто звучит-то, кстати. Это круто звучит. Где справедливость, вирус взрослых погубил. Но главные уроды живы в мире. Монстры лишь и гниль, что человечество, что вампиры. Люди, предатели, твари, мрази. Всюду на западе, в Африке, в Азии разнообразия нет никакого. И мы с тобой просто противопазим. Но вторые не лучше, не столько мы дружными были. Придушны и горько, и душ, чтобы только твой душ изберечь. Кровь лечит, но эмоции горько. Да, покрылись я так, старался не стать вампиром. И я сам отдал бы все, чтоб тебя спасти. И я верну тебя назад. Да. Мы запутались, снова верим, что найдем дорогу, где мы вместе будем идти по итогу. Откроем двери, что приведут к миру наших вселенных. Но преградами станут бури метели, станем жертвами хитросплетений. А в награду тихий мир, свободный степи. Один вопрос, готов ли ты? Да. Мы запутались, снова верим, что найдем дорогу, где мы вместе будем идти по итогу. Откроем двери, что приведут к миру наших вселенных. Блин, а совместочка-то чётенькая. Чётенькая совместочка-то, блин. Совместка-то, однако, чётенькая. Как я видел на канале, это еще не одна совместка, есть еще одна. И мы до нее тоже дойдем в сегодняшнем видеоролике. Ну что ж, ребята, кому было интересно,
Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, потому что здесь очень много аниме. Здесь очень много аниме, очень много реакций. И давайте перейдем к следующему треку, что ли. Что ж, ну а следующий трек у нас One Punch Man. One Punch Man. Следующий трек. Погнали смотреть. One Punch Man — это просто нереально крутое аниме. Мне фейс непобедимый, хоть убейся, но бей же меня сильней, чтобы стал месивом весь я. Брось ты слаб, я вселяю дикий страх, только занесу над твоей головой кулак. У меня великая сила, могу дубу дать от скуки, но мне не убить москита, потому чешутся руки. Я пойму, если ты хочешь сразиться со мной очень, но полмира монстров точит на меня зуб, встань-ка в очередь. Жаль мне, равных нет, хоть бы где был конкурент, а то я устал искать противника, подстать себе, когда я только начинал едва мог достать за глаз из панциря галстуком краба, и то всюду раны тяжело, но теперь хватает всего одного. Вот это мне очень нравится уже. Ух ты ж, ё-моё. Отжиманий, приседаний, каждый день бег 10 километров без конди. Летом в духоте я потел, делал посту на пресс. В комнате повесил зеркало на стену, чтобы видеть успех, моё тело... Блин, это реально круто. Вот One Punch мне прям сейчас заходит прям по полной. Крепкими я ко всему готов. Каждый монстр для меня теперь угроза с ноготок. Кого хочешь, догоню, буду в любом из городов. Сбежать от меня смог только мой волосяной покров. И мне не надо дорог, я все делаю, потому что рухнет мне без героев, а врагам оно и нужно. Так я обычный парень за продуктами в магаз, но если злой, ты дитя или отведай кулака. Мой костюм сама простота, как и я. Элементов 5, сочетание ремня желтого трико, перчи из сапогов плаща. Но где ты видел хоть кого-то, кто б так же развоплощал? Ван панч, всего лишь кулака, ван панч, поднимись, ураган, ван панч. Раз и нету врага, только след в облаках, как ответ всем богам. Ван панч, всего лишь кулака, ван панч, поднимись, ураган, ван панч. Раз и нету врага, только след в облаках, как ответ всем богам. Блин, One Punch реально крутой трек, реально крутой трек. Ладно, не будем долго тянуть, передвинемся к следующему треку. Ну, блин, One Punch, камон! Это офигенно, мне понравилось, прям вообще зашло. Так, ну что ж, это следующая совместка Варвойда и Анирэп, обещанный Неверленд, погнали. Обещанный Неверленд, есть уже второй сезон, довольно-таки хорошее аниме вышло-то. Неверленд — манящий плен, солнце пляшет на стекле. Если есть рай, то он здесь, и каждый весел, сыт в тепле. Не секрет, 12 лет, ты здесь что подрос, окреп. Но на выход за пределы центральных ворот запрет. Дети — цветы жизни, и мы в этих цветниках росли душистые. Мама тут в роли садовника, нас заботой окружила. И хоть живем по режиму, но размеренно, и время нам дано расти в тиши. А по утрам тестик проходим вместе, дурные вести не грозят, набери косяк, может вряд ли пойти. Все здесь мы все мечтаем, что нас из приюта заберут, ведь мы с окраины. Шанс взглянуть на мир из книг сакрален. Но нарушив правила однажды лишь разок, мы узрели то, что навечно сделало взор мрачным. Правда жизни всегда была таковой, люди растят любой цветок лишь чтобы сорвать его. Посмотри на последний закат, скажи всем пока и уйди навсегда. Твоя жизнь как оковы замка, просто игра, где бездна и трав. Темноту там ящик Пандоры, если откроешь, придется сражаться. И друг рядом бежать мы готовы. Мама, скажи, кто мы, каковы наши.
наши шансы. Сердце верит, что мы не пленные. Мама, скажи, ферма, стены, монстры, наверное, заберут нашу жизнь, неужели наш мир? Эта клетка, все же было так хорошо, а на деле каждый тут марионетка. Душевный штиль сменился на шторм. Трез наших детей сдаваться не намерены. Каждый важен день для воплощения идеи. Сбежать все забыть, но как если мы втроем еще ладно, остальные малы. Уверены, что выйдет, нужно стараться, пленные. С лабиринта выйти не ради оваций. Играем в спектакли, тренировки без палева. Подготовка вкратце, ведь уже нужно сваливать. Пора поставить точку и обмануть гурманов. Не выйдет в одиночку, но тут и друзей немало. Как же мама, пьеса поставлена, и мы готовы. Разве странно, что хотим сорвать себя эти оковы? Куда же дальше, но верим, что сердце подскажет. Норман, прости, любим мы, помним, везде опасность. Умрем, пусть даже старания наши залог для свободы. План удался, все датчики вышли из строя. Вера в себя, не сдавайся. Каждый маленький воин однажды вернется, дабы спасти остальных. И сердце бьется, у каждой розы есть шипы. Посмотри на последний закат. Скажи всем пока и уйди навсегда. Твоя жизнь, как оковы замка. Просто игра, небесна и трав в темноту. Там ящик Пандоры. Если откроешь, придется сражаться. И друг рядом бежать мы готовы. Мама, скажи, кто мы, каковы наши шансы. Блин, а хорош, вот это сказать, не хорово, как это сказать даже, когда в два голоса поют, довольно-таки приятно это звучит, как раздвоение такое идет. Ну, как всегда, припевки прям так раскачивают, а, блин, ну, вообще круто, обещанный Неверленд круто. Жалко, наверное, на момент записи именно этого трека еще второго сезона, скорее всего, не было. Если бы обрывки еще со второго сезона пошли бы, было бы, наверное, еще круче. А может быть, в скорейшем времени выйдет трек еще и на второй сезон. Мало ли, кто знает. Варвой только знает. Погнали к следующему треку. Кстати, вот эту анимешку я точно отмечаю как очень крутую, восхождение Героя Щита. Я даже помню, как ждал выхода каждой серии. Аниме реально крутое. Посмотрим, насколько крутой вышел трек по ней. Был обычный пацан, не зарабатывал сам, методично рубал в игры, книги была дописана до конца, и, конечно, она затянула на пуме в мир параллельный. Этим уже никого не удивишь. Четыре героя головы лопать скорее на локации, взять пару квестиков лишь аудиенция. Рассказ, мол, вы легенды, и доска почета ваша. Что-то даже скучновато стало. Да, но не падает экспа, если ходить им вчетвером. И дабы кач не шел, нас подсобрал отряд. Каждый герой, всего одна соратница примкнула к Нафуме. Оба вроде бы старались, на нее слился колду, и на следующий день парня вызвали во дворец. Он хан... Она, сучка, она обманула его! Крошек не ждал вестей, но не знал, что такое в лес был. Оклеветан, обворован, корень бета тащит, какого он мне достался. Его не чтут, то я остался, не прячу, будто вы мне есть, что терять. Внутри гнев назыратель, для меня не примет никак восхождение. Старт, но пока на словах, и цель так далека. Герой щита накинули, мол, проще так. Одни нули в карманах, их обман сродни ножам, вонзенным в спину. Я бы остался тут один, но урона нет. И купил на последние свои деньги рабыню лет 10. Я роптал и выходил с уровнем, подросла отбиться бы от волны. Теперь каков же расклад? Она бьет в обороне, врагов кучу похороним. Мы поможем посторонним, иначе они герои. Расширим уже отряд, яйцо покупал не зря, но не знал, что филария. Быстро читка пошла. Я даровал фира, и теперь она билась с нами вместе, да и поездки. По деревням стали проще меня, нарекли святым небесную птицу. Услуги, товары на деньги менял, чтобы была броня, ведь не озолотиться мне по-другому. И друг дракона, что пал от рук героя с клинком, обещал убрать, но нежитью стал. Фира попала в пасти межитых скал. Я выплеснул ненависть, щит гнева на руке, и все вокруг сгорело бы в огне, что рос во мне. Кровавая дымка застилает взор мой светлый, и все, что не любил, так обратиться в груду пепла. Мир опять норовит отнять
поднять, хоть уже все отдал, и я стал бы его проклятием, если бы не Рафталия эфира. Мне бы было не за что сражаться, а теперь я жажду силы и ее эскалации. До пределов, чтоб держать удар внутренних демонов. Не бега, там трек. Своих убить не дам. И заговор церкви. Биточек такой, да? Биточек-то такой на заднем играет, нормальненько наваливает. Кто нас король обрек, мы теперь избежим, ведь королева все знала, мы отправляемся в замок, гуляем по его залам, к месту суда и на самом видном месте все кончится. Король и дочь его наговорщица корчится от сочных плодов своего же творчества, и хоть чисто совесть их высочества заслужили, я не дам пролиться крови, поскольку я мыслю шире. Атаку когда-то дали, защиту я попаданец, но мир этот теперь дом для Нафуми и Вата. Уф, уф, чётенько, биточек вообще залетел прям по полному, прям, ну, там нифига там особенно под конец начал наваливать, особенно быстро и читенько, читенько очень быстро наваливает хорошо, ворвать респектуаз, дружище, респектуаз тебе, респектуасик тебе огромнейший с этого экрана в твой экран, братишка, погнали дальше. Ну что, ребятули, акадский рэп, акадский, все знают, кто такие акадские. Если ты не знаешь, погнали смотреть. Ну, акадский, ну, акадский, давай, давай, жгите, пацаны. Знаки деревень давно перечеркнуты, жаждут перемен. Все считают чокнутыми страшно, но во мне даже радость не один, ведь каждый не имел больше дома, лишь ползти вверх за... Sorry. Из родителей никого нет. Сотвори ты себе маму, папу, но без душ не закрыть дыру собою и обоим. Лишь оскомин набить и лишить эмоций. Нутро сосорив в коме, и кукла лишь остается. Дейдара из скрытого камня был напарником этого парня и хотел достичь высот, но фортуны колесо вот куда завело его. И спорили два гения искусства, что такое миг или вне времени, молитв или денег им сердца снимают жизни, сами в себе потеряны по пути ложных истин, как у Зуихидан. Но сколько крови не впитай, пустота внутри не заполнится никогда. Собрать себе гроб, чтоб добраться до сути, цепью облаков багровых и судеб поломанных, мир без боли создать им одним тяжело, и редеет состав. Смерти одна за другой идут, и нет тех, кто с тобой в одном ряду был вчера. Они попросту сбились с пути, но для общества враг каждый, кто нам притит, это так. Бить же без хвоста, из тумана кровавого. От лжи устав, хотел вылечить свои раны, но кисамы, как-никак, самый грозный хищник в руках. Ему жаль не подержать ничего, кроме клинка. Белый Зетсу поглощен был, древом хоть ни при чем. Третий сын Кагуи, Зетсу черный, все учел, но как же долго привязанность играть ему без настоящих связей, толком ждать прихода матери. Дождь, голод, смерть повсюду, даже бога глазам ничего не узреть, лишь убийство, война. Мир ведет артобстрел, он устал отползать. Каждый залп все быстрей. Теперь друг на руках погиб вместе. Круг нашей боли не разорвать ничем. Бэйн станет вестником хаоса, если в мире шиноби таков порядок вещей. Собрать себе гроб, чтоб добраться до сути, цепью облаков багровых и судеб поломанных, мир без боли создать им одним тяжело, и редеет состав. Блин, вообще про акадский смотреть, ты такой вот уже сразу же вот эти все аниме вспоминаешь, я реально думаю, что акадские не такие были плохие, у каждого были какие-то свои цели, блин. Смерть одна за другой. Враг каждый, кто нам прийти, это так.
Несчастные учихи, судьбу вряд ли облегчит им, кто древняя надпись, ложь, главный мученик и мучитель. И дачи свой клан убил, ноша так тяжела, увы, но все снес и хотел еще деревне помогать. Судьбы его никто не хочет, себя в жертву принеся, получил вместо почестей клейму ренегата вся жизнь за коноху, а умер как враг народа от брата, но даже павший хранил верности костяк. Скорбью доль, то ли Тоби, то ли Обита, так долго другой кто-то под маской роль играл. Мечтой ведомый нет рин, нет дома, внутри лишь крик, на сердце лишь гематомы. Многих не покидает чувство, что они умны, но жизнь порой покидает лишь глыбы до валуны. В том нету ничьей вины, но чтоб не был мир так уныл, уже скоро он заснет под взором глаза луны. Собрать себе гроб, чтоб добраться до сути, цепью облаков и сути поломанных мир. Без боли создать им одним тяжело, и редеет состав смерти одна за другой идут. И нет тех, кто с тобой в одном ряду вчера. Они попросту сбились с пути, но для общества враг каждый, кто нам претит, это так. Убито на самом деле всегда было жалко. Вот всегда мне было Обито жалко. Не знаю почему. Всегда мне было жалко Обито. Блин, Обито крутой чел. Ну, крутой чел. Не на тот путь ступил. Ну, крутой чел. Ладно, передвигаемся сразу к следующему треку. Погнали. Погнали. Акацуки, просто лайкосик. Просто лайкосик за такое душевненькое, душевненькое состояние. Такое вот плавность, плавность просто. Ну что, ребята, класс убийц, рэп. Фу, я даже не ожидал увидеть именно эту аниме на рэпчике, потому что класс убийц довольно-таки забавная такая аниме со своим юмором, так сказать. И у нее есть 2 сезона. Не знаю, мне даже любопытно, даже очень сильно любопытно, что из этого получилось. Ну я знаю, там кальмарку не могут убить до сих пор. Говорят, до сих пор не убили. А, даже так? Но 2-го сезона я не смотрел. Надеюсь, что не спойлер мне пойдет. Учителя монстры, так считают многие, потеряв голову мозг, усыпит, видят в них пороки, да и только, и так часто даже не смотрят на мотивы, но часть из них будет счастлива, если ученики на знания опираясь, что дарованы им были, дотянутся до рая и расправят свои крылья, не так пафосно, конечно, всего лишь спасти планету, что им надо сделать за год, а еще ДЗ, что задано, они ученики, изгои, биомусор, от них ты лучше беги, ускорены лишь обуза их класс из нас, худшие со дна, вещают до садно, пальцем тыкай, смеясь, они грязь, но в том и смысл, ты хочешь столкнуть их в мысль, кредо убийцы, сигать с высоты, так что поторопись. Но учитель Кора вернул им веру в себя, нет плохих учеников, есть плохие учителя. Как пришел кровь неприязнь, бесполезны сотни яств, но завою я авторитет и перед тем, как повлиять. Понимание с добротой, это не магия, а простой путь. Сам ученикам нужна лишь капелька тепла, перетель себя и растедай. Буду ярости напрасны меня, я вытерплю учителю, надо каждую грань характера подоплеть. Знать, что подать руку помощи, если не он, то кто еще вызволит детей тонущих? И ребята мало-помалу начали доверять ему, существо, что казалось поначалу неприятелем, приносило им радости, каждый день помогало. Кора-сенсей и пара других хороших людей раскроют потенциал, что спрятан под покрывалом растоптанных идеалов, дадут им новую цель. И вот все в классе Е уже далеко не те забитые дети, впредь они готовы к борьбе, потому что встретили того, кто поверит в них и направит по верному пути. Вот она, путеводная звезда, и столько вместе провели дни, ездили в места разные, дружный класс, это видно, их не напугать опасно. И все его пытаются убить. Подход индивидуальный нашел Кора-сенсей, каждому теперь преуспевают в учебе, даже из важного наставник зажег огонь в их глазах и стал сам незаменимым, и казалось, расставлены по местам все аспекты счастливой жизни, их спектр широк немыслимый, вектор правильно выстроен в сторону вечных истин, и в том заслуга учителя, который к нам был так добр, по прекрасному пути теперь шагать бы нам бок о бок. Но нож занесен, до последнего верили, что вас спасем, чтоб продолжило жить то, что вы в нас вложили. Спасибо, сенсей, мы прошли через все. Но все равно его пытались завалить.
Ну, в принципе, тоже неплохо. Не успел проникнуться, а трек уже закончился. Ну, не будем затягивать, погнали дальше к следующей композиции. Composition. Ну что ж, Геройская Академия. Хе-хе, погнали, ребята, погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Рожденный без причуды героем точно не станет. Необычно рэп под такой, как рок-н-ролльный мотив. Ну давай. На Мидори поплечен, считает, грезит мечтами о том, как спасал людей бы, для ушей улыбаясь. И вроде ясен удел был, но уже ли не попытаюсь. Всемогущий Деку хочет быть, как он, не упущен. Будет шанс металлолом с пляжа бы убрать 10 месяцев испытаний. Учеба, сон и да, но остался только экзамен. Бой дать зву врагам, герой. Вот это мне нравится. Нет, и сколько новых ран покроет дело. Стой, где ураган, покой. Не то совсем ценой. Любой спасать святое дело. И вот в Геройской Академии, но труден каждый шаг, ведь эту силу в слабом теле организму не сдержать. И только принципы железные, а кости не так крепки. Но реальность идет вразрез с обучением, вопреки обстоятельствам. Злодеи не дремлют, и качества, что ты ежедневно взращивал безнадежно, пока что слабы, в миг, когда ты это поймешь, превзойти же свой лимит. Бой дать зву врагам, герой, один за всех. И сколько новых ран покроет дело. Стой, где ураган, покой. Не то совсем ценой. Любой спасать святое дело. И друзья, не он, не сломались. И тело режет боль, он ударит палец о палец. Переломан, но живой он. Наследник величайшего, будущий символ мира. 100% получай же. Сам себя экскумируй, будучи с детства фанатом. Был взят пар под гранат и тащил вес сколько надо. Удачи, где здесь она? Деку вообще, кстати, очень крутой персонаж. Деку. Появляется трещина, мечта напугать может, но будет встречена с высоко поднятой головой. Ты не понял, тут каждый воин и пожертвует собой ради жизни другого. Кто не верит в это, очень зря. Герои чувствуют боль утрат, когда изнутри горят плюс пулька. А я думал, еще будет продолжение плюс ультра, и я такой, я такой уже, ну, раскачался, уже головой-то раскачался, думаю, ну ладно. Это была реакция на мою Геройскую Академию рэп, довольно-таки неплохая композиция получилась, но мы передвигаемся дальше. А дальше у нас будет, кто у нас дальше будет? Хе-хе-хе, так это ж 7 смертных грехов, одна из очень топовых аниме. Погнали. Семь смертных грехов, о чем вам это говорит? Их, конечно, не зарубить клинком, они у человечества в крови. Они тут не дуганы, здесь болезнь, они боль, хворь, горе и страшный яд. Остановитесь, наконец, и услышьте, что скажу я. Семь грехов — это отряд святых рыцарей, парочку выцеляя победою. Какие раны скрываются лицами и за улыбками после победы. Неизвестные, как бедствия, но так же, как герои, уверены, что ответственны за жизнь. Роем на них проклятия слетаются, клином сходятся беды. Но спину свою подставит и так все-таки поведать. Тогда приготовьтесь слушать, я ставлю вопрос ребром, у них израненные души, но в сердцах царит добро. Лиса, змея, медведь, свинья, козел, дракон и лев. Вот это было сейчас зачетно, вот это вот. Ради мира надо зверство прекратить, и я сказал бы королевство в неоплатном их долгу, но каждый грех даст ответ свой, всегда людям помогу. Нет, только вот здесь где-то. А где? Такой разгон. Мне разгон понравился. Где он?
свою подставит. И так все-таки победы тогда. Приготовьтесь слушать, я ставлю вопрос ребром. У них израненные души, но в сердцах царит добро. Лиса змеями, дверь свинья, козел, дракон и лев. Зверь я не мало, но им ради мира надо зверство. Хорош. Я сказал бы королевство в неоплатном лих долгу. Но каждый крик даст ответ свой, всегда людям помогу. Судьбы изломаны у них, путь был далеко не напрямик. И ты взгляни на тот мир, что отчаянно защищают, не давая рухнуть вниз ему лишь своими плечами. Первый грех, гнева, где 10 лет назад все в огне сгорело, королевство нет, его больше на карте, вне себя был миллион, а спеть сила есть, но он уберечь не смог любимую, убил ее демоны, время лечит, но ни капли не его того, кто жил 30 веков, все заживает далеко, не так легко. Сейчас про каждый грех почти, да, расскажешь? Беда, напоминая об ошибках, так болит, но он с улыбкой подбит, ведь капитан. А теперь бан с первого взгляда, ему раны зашивать не надо. Но глаз положи, и ты почувствуешь его боль. Рад он был бы умереть, и так тяжелое детство. Хлажор кому-то в руки флаг, а ему даже не флажок. И он нашел бессмертие, но тут же потерял ту, ради кого стоит жить. Поверьте, плакала земля, и рыдать будет до тех пор, покуда одинокий вор так жаждет способа вернуть то, что украли у него. Судьбы изломаны у них, путь был далеко не напрямик. И ты взгляни на тот мир, что отчаянно защищает. У меня любимый персонаж Бан. А кто ваш любимый персонаж? Напишите в комментариях. Чают, не давая рухнуть вниз ему лишь своими плечами. Арлекин для кого-то кингфея в таком маленьком теле. Раны слишком глубокие, как не опустился в темень. Мне неведомо, ни сколько люди предали. И горько было друга убивать, чтобы песчание сдержать. Лишь только великан Диана была рядом для поддержки короля. И в океанах доброты ее души надежда теплится на то, что люди вовсе неплохие, хоть и предали ее. Наставницу отравили, Гаутер кукла, но ему очень больно и грустно. Алчит сердце, почему он так хотел бы. Или чувство Эсканор, как никто другой знает силы ответственности. Эсканор. Эсканор тоже любимый. Просто Эсканор тоже любимый персонаж. Просто, ну вот. Какой он же крутой мужик. Я не ожидал, когда первый раз увидел его в сезоне. Не ожидал, что это реально крутой грех. Светом для него, а ее города давно уже нету, но ничего. Боль души переворот снова встанет против врагов, ведь таков каждый из семи смертных грехов. Судьбы изломаны у них, путь был далеко не напрямик. И ты взгляни на тот мир, что отчаянно защищают, не давая рухнуть вниз ему лишь своими плечами. Вообще не заметил, как пролетел трек, но трек был реально очень крут, очень круто, мне понравилось. 7 смертных грехов точно появятся в моем плейлисте и буду периодически слушать. Варвойд, лайкос тебе, а мы передвигаемся дальше. А следующее, ребята, это «Убийца Акаме». Офигеннейшее аниме. Просто вот классно было бы, если было бы продолжение. Если было бы но продолжения нету, к сожалению. Но аниме крутое. Варвой тоже так считает, я думаю. Это не белый пушистый мир, видно с первой серии. Тут автор так все выстроил, что человек опаснее звери. Из уверы каждый верит, что любой против империи. Пошедший это еретик, но хватит им гильотин. Прийти по земле тяжело, жить среди палачей, что без слов окрестят тебя злом. Но погоди, сворачивать с пути, заканчивать скрести ногтями гроба, чтобы не пустить все на самотек, им нужно кровь пустить. Брось грустить и дай бой всеобщему противнику. Бери тейгу рукой, довольно терпеть больше не затихнет гул, мы резко раздробим их, сократим неотвратимо, обратим в бегство королевство на костях, мы эти кости воплотим. Бегите скорей, всех найдет ночной рейд, мы не можем умереть, покуда наше знамя реет. Жители боятся, не восстают, но нам нету пути назад. Вы закрыли глаза на лед, мы откроем ему глаза. С нами снайпер, я не сестрица, львица, убийца, жаль, будут не девица, солдат империи, перевоплощение, живой тейгу, и мы ликвидируем цели деревенский праведник, а наш проводник, бывший генерал, мир несправедлив, но мы сами его избавим.
Кругом отгнили порчи хотя бы местами. Великое бедствие людей без суда и следствия. Жестоко убивает тот, кто за это ответственен. Лишь смеется ублюдок, смотреть на это привыкли. Тьма столицы повсюду, хоть глаз себе выколи. На ощупь мы выползем на площади. В наших душах столько мощи. Вы в лужах крови по площади, оружие и рты. Так что послушай ты, чтобы им не было проще, вступай же в наши ряды. Революция близко, у нас ведущая роль. Помните наши лица из рейда, каждый герой. Мы готовы жизнь положить на нашу правую цель. Мы разрушим старый режим ради счастья людей. Народ устал от подавления, кровавого правления. Мы ангелы смерти, что принесут избавление. Поверьте, вы влезли в лес полный лет. Мечи резкий блеск в темной песне сияет ярко и жаждет ваших сердец. Все держат уж кулаки, чтобы каждый из вас погиб. Пальцы скрестите, чтобы мы не скрестили с вами клинки. Я просто не так давно смотрел МВшку по этой драке. Мы явимся вам в кошмарах, это яростная кара. Приговор врагам всегда исполняется. По лекалам ни броне, ни щиту, ни скрип, ни щиту. На фиговом щиту вы тут, а Егова по горло стыд. Вашей гордостью вы не дух. Мы освободимся от пут, заготовим особый труд, чтобы вы горели в аду, что в огонь этот не потух. Ваши редуты из трупов падут, и вы лишь удобрите грунт. Это бунт, где на вашу беду все встали в одном ряду. Мы гневный мстительный дух. Возмездие тысяч душ, мы пришли из ниоткуда и вернемся в пустоту. Может, будет светлое время, и в этой новой системе уже не нужны будут воины тени. Тихонько исчезнем, смерти не делают чести. Но может быть, кто-то вспомнит в какой-нибудь песне. Ох, убийца Акама, убийца Акама, какая же это аниме. Ну и трек под стать такое топовое аниме, как бы почему бы и нет. Все под стать. Ну что ж, ребята, передвинемся дальше к следующей и, насколько я понимаю, последней анимешке. Рэпу по анимешке. И решил я вкусненько ставить на самый конец. История Hunter x Hunter за 5 минут, как я понял, Warvoid экспериментировал. Или же так оно и было задумано, что типа писать рэп за 5 или 10-15 минут аниме, типа вот так вот как-то так. Ну, сейчас мы поймем здесь. Хотя, в принципе, во всех песнях Warvoid понятно, будто он как рассказывает историю, да, но и одновременно читает. В этом и есть фишка данного исполнителя. Ладно, погнали, не будем долго тянуть. Погнали просто. Hunter x Hunter, хорошая анимешка, смотрел ее. Интересно будет послушать. Дикий гон с китового острова покинул дом в поисках отца. Это все далеко не просто, да, но не промах был пацан. И посунул в рюкзак удилище, говорили же, клади еще. Но молод паренек, он желторот, розовощек. Его ему курабик или орео встретил на кораблике, на котором плыл по морю, чтоб на хантера стать экзамен, кем его отец и был. Место встречи долго искали, и надо быть волевым, чтоб пройти этап один. Бег два, накорми всех, гонда, братва, познакомились с хилу ашкет. В семье убийц, этап три, провались в инсты, постарайся победить головорезов. Блицкрик, жизнь, риск, этап четыре, тернист, плашки отними, у других тут моралистом. Быть плохо, гону выпал кислока, жестокий выродок, фокус, круговой огород, оно. Кислока, да. Он узрял потенциал, шкет отдал в лицо, и взял таки под опеку, и последний этап. Один на один спарринг, вдруг брат хилу, а убитого заставил экзамен провал. Брат Хилуа забрал домой украдкой, но глаз разума заставил взять за правило не кидать друзей пламенный привет. Три наших персонажа Хилуа передали, преодолев в испытании врата и дворец. Покинул юный наемник, а далее путь продолжали вдвоем. Не забывал горы кисоки, решимость стекла по венам, а кисоки сквозь листок и на небесную арену. Хилуа догон пошли, чтобы стать сильнее. Там до 200-го этажа добрались миг, но никуда дальше без Нэн не пройти, хоть и тресте любой без него погибнет, то ли будет лезть, а потому на сенсе решил их обучить, все схватили на лету, будто бы у них чьи-то. Потом тренировки в бою и без боя пацанам ловко удалось все освоить, их она парочки крысы изгоев. Хисока на полигон ему дал в лицо, и все-таки слил недостаточно сил, но должок он вернул и поехал на остров родных навестить. И притом не один, два друга нашли игру, что отец Гона создал, купить ее можно на аукционе. Потому они отправились в город Йорк,
не встреча с Леорио, но далеко не безопасно это место. Банда пауков, тут они когда-то вырезали клан Куровики, но теперь он уже силен, будто сорвался с цепи. А потому выбрал Нэн, чтобы без проблем разбираться именно с ними без восьми во тьме. Он забрал одного, банда подняла вой, мол, ой, друга нам и лишились. Может и вой, мы найдем и убьем, ох, берегись, город. Но кило огонь впряглись, скоро с пауками все порешали. Однако, как же игра, она слишком дорогая. Но в качестве игрока туда можно попасть. И так, если владелец тебе даст разрешение. И ребята прошли отбор и показ. На набилок, но их было маловато для того, чтобы выжить в сыровом мире игры. С головой попрощались бы пацаны, если бы их не начала обучать Бискет. Это быстрый подъем скилла, разные типа тренировок. Потенциал замурован, его вытащить наружу бы и не легка дорога. А в игре 100 карт надо, чтобы победить. И ребята пошли искать их, тренируясь по пути. Сложнее всего вышибало, ведь помогло на нас. Начал сыровину, но вышибало, ведь сопротив сынка. Чем подстегнул его развитие. Ля, как он быстро читает, ля, как он быстро читает. Интересно получить карту, сторожилась с ними сразу. Связались после этого паршивые гангеры. Подрывни гетру, чтобы сильнее гон. Он усмекал, у малого работает хорошо. А полученный урон он карты хильнул. И коли прошел игру смог, как он думал к отцу заполучить телепорт. Но это был не батя, а всего лишь его ученик. Кайта крутой хантер, кстати, вот что решил учинить. Убить королеву муравьев, химер особый вид. Живет людей, не зная меры, и в будущем породит короля, что поработит человечество. И надо бы успеть до этого момента, ведь противопоставить ему попросту нечего. Поэтому лучше без экспериментов гон. Скиллуа решили пойти с Кайта, и по пути к логову неплохо подружились. Но постный страж короля какая-то чудовищная тварь появилась. Собралась силы, чардж, рука, бег, смерть. Топ-1 уже здесь. Огон, скиллуа, тренироваться пошли, ведь им нужно больше сил, чтобы продолжить борьбу против муравьев и отомстить. И подрасти да удалось им, но хватит ли этого? Родился уже король, и столица в этой стране стала просто дыра дырой. Пара героев в последний бой, разработан великий план, как разделить короля и рой. По ролям свой строй распределят наши бойцы. Председатель получит свою дуэль, он весельчак и перекачан, он сильнейший из людей. Высшая ветвь эволюции и гнев человечества сойдутся в бою за свою цель. И если двое людей не поместится нигде, когда лестница сил атаки нашла таки свой предел. Улыбнись, подениц, чужеродный организм, ты стоишь на месте роста целых ядерных грибниц. Огон верил, что Кайта жив, но увиденное, нажив его спину, границы сдвинув, вошел в последний режим, обратил биту в месиво. Так едва ли вам будет весело, если, конечно, знать, что гону больше не сиять кома. Судьбу не изменить, но у Киллуа есть план. В подвалах его семьи заперта его сестра. Она желание исполнить может, если это надо. Хоть это и нелегко, но она очень любит. Любит брат, огон исцелен, и отец уже там. Пройден путь, и вдвоем им есть о чем поболтать. Было немало испытаний, друзей заведено много. Двое закат созерцают с древа мирового. Ну реально, реально так и получилось. Пересказ истории за 5 минут. И довольно-таки читка была просто сумасшедше быстрая. Мне понравилось. Это зачетно. Варвойд. Дружище, я хочу тебе сказать отдельно. С твоим творчеством я познакомился почти всецело и полностью. И хочу тебе сказать точно. Продолжай делать то, что ты делаешь. Это круто. Это круто. Не забивай на это. Не опускай рук. И продолжай выпускать также свои работы. Они нравятся людям. И нравятся уже и мне тоже. Так что, ребята, а тем, кому понравился какая-то определенная реакция на какую-то определенную песню, пишите в комментариях, какая ваша самая любимая. А те, кто не нашли своей любимой именно здесь, также вы можете зайти ко мне в видео. И там еще есть отдельные треки, отдельно снятые. Ребята, всем спасибо за этот просмотр. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока.